5-3-2-3-1-1. Спасибо большое за донат. Жареный яичный чизбургер, корейская уличная еда. Хорошо, что я немного поел хотя бы. Шиз, спасибо большое. Это что, получается, я теперь не самый шизанутый донатер? Бля, ну получается, что надо постараться, чтобы переплюнуть, да. Спасибо большое за донат. Надо было еще по приколу просто пострадать, чтобы кота порофлило, не есть пока. Но я поел уже. Ну ладно, может, сейчас. Чувствую, нихуя не будет вечернего стрима сегодня. Так. А я, по-моему, даже смотрел этот видос. Или что-то такое же смотрел. Ой, сука, вкусно. Я всего 4 ролла съел, или сколько? 3 даже. Ты не теоретизируешь, а просто приятный гейроп. После того, как привык к островкам. Да не хочу я гейропу, блядь, ебаного. Это, блядь, ощущение, как переходить ущелье в горах по канату. Даже двухполосную догу. Не хочу я, блядь, в гейропу, там, сука, маски носить ебаные заставляют. Всякая хуета происходит. Так. Котлеты из собачатины? Надеюсь. Иначе не так вкусно. Терпение лебеди в школе. Да. Пиздец, у тебя может не промыт. Бля, может у тебя промыто, пиздец. Бля, я делал обзор на город, просто, блядь, как я вижу, типа, эти города в сравнении с другими городами России, просто то, что я знаю, за соточку, бля, рублей. Ты, типа, доебываешься до того, что, блядь, все это хуйня, потому что, блядь, на двухполосной дороге нет островка ебучего, потому что это очень опасно. Хуй знает. Меня, блядь, ни разу не сбили, приколись. Типа я переходил дорогу до хуя где. Даже, блядь, на красный и так далее. Но, все, если это, аккуратно смотреть, то... T-Ramp, спасибо большое за донат. Если аккуратно, как бы, бля, глаза, короче, раскрытыми держать. Тебя вообще никогда в жизни не собьют. Бля, ну хуя столько этой капусты, это же вообще, ну все, уже невкусно стало. Такие, блядь, котлеты, яйца, яичишки, сейчас бы бекона, блядь, какого-нибудь. Нет капусты на лицо, причем огромная куча этой капусты, все заруинить. Соус тоже какой-то, что это за соус, вообще непонятно. Блин, просто готовит, не говорит, что это за соус. Это как будто кисло-сладкий какой-то, ну, непонятный. Огурцы заебись солененькие такие. Причем не просто соленые, короче, знаете как, это хуя очень и соусы, и капусты. Сейчас скажу. Вот типа бывают маринованные по-французски, вот такие, короче. То есть, чтобы не просто соленый огурец из рассола, из бабочки. Тирам, спасибо большое. Да, посмотрим. Я забыл ссылку кинуть на видик. https://. А свежие огурцы, они как бы, ну, еще и в салате в этом ебаном вообще чувствоваться не будут, мне кажется.
О, лучок. Есть видео, которое избавит тебя от чувства голода, но его понял. Называется 2B1C. Я понял, хорошо. Так, Даша скинула голосовое сообщение. Я люблю Тошу. Понял. Бля, я пропустил самую интересную часть из телеграммы, отвлекся. Так, короче, что он делает? Котлетки перехуячивает сюда, лука наебанил, барбекю, по-моему, соус или типа того. Так, сейчас. Уел ты, нахуя это на стриме врубил, блять? А, понял. Я это на стриме скинула вопрос. Так. Сырик пиздатый. Короче, салат в пизду отсюда нахер надо убрать. И вот этот оранжевый соус снизу мерзкий тоже убрать. Булочка, я хуй пойми, но... Бывает более такая вкусная булочка, вот она, по-моему, бриош называется. Я не пойму, это она или нет, но вроде не она, и... Ну, троллинг едой просто засчитан, конечно. Вот эту капусту убрать, вместо нее бекончик. Это был бы бергер. Батя смачно рыгнул.